Книга «Открытым оком», 15-й том, тема «Потеряевка», вопрос 2999. Выехавшие от вас поддерживают ли связь с вами и на каком уровне? На расстоянии многое видится иначе. А как у них? Когда жили с вами и сейчас мягче ли стали? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Кто явно был враждебен уставу, те исчезли навсегда и ничем не напоминают, что они есть. А те, кто был или нейтрален, или неотступник, но не ревновал о проповеди, те на расстоянии уже могут сравнить, чего они лишились. И всякое напоминание о нашей общине их волнует и радует. Часть их сердца осталась с нами. Плотниковы уехали в Грецию, постоянно Марина звонит сюда. Вспоминаем и мы их, Митя труженик большой, и его местным ставим в пример и приезжим. Они с Мариной даже решили мне послать 100 евро, правда какая-то закорючка вышла, не смог получить, но все равно приятно для меня и моих шальных долгов. Это капля. Но капля ценная вдвойне, что от сердца дается, и от своих скудостей щедрость изливают. Дядя Игнатий, бандероль вашему получили. Спасибо, Христос, не ожидали такого подарка, честно сказать, были все рады. Целую неделю рассматривали, сначала только фотографии из книги, то всей семьей, то по одному, то дети, то мы с Димой вдвоем, то показывали тем, кто к нам приходили, маме Кате, Маргарите и так далее и тому подобное. Потом наконец-то взялись читать ее. Я с 5 на 10, о, слово интересное, чего-чего, там, ага, про то-то. Но это я так читала, на меня не обращай внимания, дядя Игнатий, так что можешь присылать еще. А вот Димочка не так, он взялся сразу и все по порядку. Уже почти заканчивает ее, а интересные места зачитывает мне вслух. Когда я получила бандероль, я в этот же день вам позвонила, но телефон не отвечал. Позвонила Оле у Нагаевой. Сразу же передайте срочно сегодня же, что мы бандероль получили. Спаси Христос. А через 2 дня позвонила в Потеряевку в Барабаш, разговаривала с Игорем и опять сказала: поблагодарите дядю Игнатия за бандероль, низкий поклон всей вашей барнаульской общине, кто нас помнит и кто молится о нас. Спасибо всех, Христос и Матерь Божия. Мы перешли всей семьей в русский храм к отцу Григорию. Он построил новый храм рядом с нами, 10 минут ходьбы от нас. Слава Богу! 9 января 2006 года, Марина. Адрес книги «Открытым оком», том 14, страница 22. Притча 25.25. Кто холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны. Серахова, 10, 12, 13. Не оставляй старого друга, ибо новый не может сравниться с ним. Друг новый тоже, что вино новое. Когда оно сделается старым, с удовольствием будешь пить его. 2 Коринфянам 4, 15. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем больше во многих произвело благодарность во славу Божию. 1 Фессалоникийцам 3, 9. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим.